Всем большой-пребольшой привет! Ну что, настал день X. Сегодня девочкам будет прокалывать ушки. Посмотрим, как это пройдет у нас. Кто как себя поведет в этот момент. После 6 часов вечера приедут уже прокалывать. Чем занимаюсь? Я тут поставила хлеб. Смешала я хлеб с пшеничной и ржаной мукой. Посмотрим, что у нас в этот раз получится. Я не хочу почему-то белый, уже наелась. Хочется вот такой. Попробуем, посмотрим. Валера, получается, приезжал брат. Приехал, девчонок оставил и поехал брат, потому что у него работа. Вот, а завтра уже за ними приедет. Короче говоря, сегодня у нас девчонки преобразятся. Еще Валера подарил Насте набор карандашей. Сейчас я вам покажу. У нас что тут все оборудовано. Вот это надо только Насте. Пониже провод, а то он весь этот загнётесь. О, прикольно. Ого! У меня не получилось. Мам, что это такое? Прикольно, смотри, тоже какой миленький. Ты смотри на каждую деталь. Красиво. Вот такой вот набор Валера подарил девчонкам. У нас тоже до этого был. Все раскидала, особенно Элиза, да? Сейчас вот девчонки постарше стали. Поэтому будет получше. Ну, хорошая? Люди не хотела давать, потому что она все растеряет. Ну, она будет на место, ты должна следить. А, это вы с телефона, да, перерисовываете? Да. А что, столик надо было принести тут? Да не надо. Тут на полу неудобно. Нету. Нифига себе, красного нету. Ну, извини. Тут все вот. Есть. Тут все хорошо? Вот, Анжелика взяла один, но хорошо, что пришли только два. Ну, хочешь такие фломастеры? Кстати, как фломастеры? Хорошие. Нормальные? Ну все, девчонки теперь талантливые. Будем. Так ты возьмите еще листочки там, где Анжелика, где я показала. Там возьмите. Типа. Что, готовы уши прокалывать, сейчас Анжелика? Она что ли сейчас приедет? А? Что ли сейчас позже? Сделала. Страшно? Да не бойся, это быстро. Они говорят, что я буду плакать. Я все начал тикток в эти рекомендации, как прокалывать. Да? Не смотрел. Я не смотрел. Не смотрел, телефон тебя слышит, подслушивает. Если день рождения у нее, там, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Да, телефон подслушивает, потому что вас. Ужас. Да, чтобы вас не подслушал, надо микроволновку. Ложить. Да. Телефон. Зачем? Ну, Элиза, наверное, первую. Зато один раз проколешь, и все. И больше тебе не надо будет. Это укол больнее, чем уши. Уши вообще, ты не поймешь, там чик быстро. Катя, ты не переживаешь? Элиза уже сломала опять вот эту штуку. Вон, Катя как это оборудовала. Удобненько, да? Под голову. Подушку. Это Элиза вчера здесь прыгала, что ли? Да. Ужас. Так что, девчонки, будет нормально. Будьте красотки. Еще красивее станете. Да? А сейчас, наоборот, как раз хорошо. Пыли нету, ничего нету. Спокойненько можно это обрабатывать. Я уже себе представляю, как я буду вот так с распущенными волосами. Они будут так сзади. И я вот этой когти. Понятно. Поэтому ты так оделась, да? Да. Ясно.
Да, сразу же с сережкой. Получается, вам, когда будет прокалывать, сразу сережка уже будет стоять. Потом, пока ушко не зарастет. Сколько? Ну, наверное, недели две, вот так, да. Недели две, наверное, и все. Будете каждый день обрабатывать, и все. Это неправда. И все, а потом снимаешь ту сережку и ставишь свои, какие у вас есть. Какая вам нравится. У нас такая вот сегодня погода. Такое небо красивое вообще. Особенно вид такой. Ну, морозненько, ветер холодный, холодно на улице. Прям холодно. Уже все заснежено. Пылесос надо выключить. Он сейчас будет бесполезен. Элиза, не кричи. Хуя. Ну, боится тебя. Ко мне. Конечно. Он скользит. Ой, ой, тюль. Фузе. Зевсик. Он завалит, вот все подряд. Ну, погладь, блядь, Валер, ты диван будешь мыть. Ладно, скажи, помог, да? Ой, он вообще довольный. Смотри, он к Анжелике с Катей, да, так? Знает, знает. Нюхает, да. Поставьте на стол телевизор. Там Фроська, она в шоке на подоконнике сидит. Близко, близко. Ой. Фузев! Мам! Давай, мама! Отведите! Фузев! Мам! Я боялась на кружку спрятаться. Да. Я давай, Папа, не надо, не надо, не трогай, она тебя сейчас поцарапает. Ха, смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Пошел, пошел. Да. На кровати нельзя. А он не может по вам по лесу уходить? А он знает, что на кухне. Нет, он на улице хочет. Нет. Кузя! Я тебе сейчас по тарелкам. И покушать он знает, что ему дадут сейчас покушать. Он кушает. Нет, сварила же я ему. Смотри, вот, вот эти верхние, видишь, вот. Вот эти хочу, розовенькие. А вот здесь еще есть, вон, голубенькие, вон. Розовенькие, красненькие, вон, смотри, есть. Розовые. Какие? Хочу. Вот эти, да? Да. Вот эти? Да. Или вот эти, красные? Вот эти. Вот эти, все, понятно. Сейчас не папа страшно. Придет, Настя, отойди. Не страшно. Да, угу. Валер? И Валер, идем! Да, мы сейчас сперва нарисуем, да? А, еще, да, еще что, еще процесс. Еще нарисуем, ладно, не бежи. Сейчас точки тебе поставят, ну, да? Как какие-то. На видео вот мы смотрели, да? Да. Да. Давай, сейчас давай. Красивая будешь! Давай. Илюха в садике в шоке будет, когда ты придешь, да? Да. Давай, мы пока протрем. Вот. Ну-ка. Протрем, нарисуем, да? Угу. У нас есть волшебный карандаш, который рисует. Я за ручку держать. Давай, я рядом буду. Мы же тут просто нарисуем. Смотри, это просто карандаш. Я только нарисую, ладно? Да. Нет, ровно, ну-ка так. Вот. Вот так прямо голову держи. Вот так вот, золотой. Укол больнее. Да, она видела, я ей видяшку показывала, как там девочка, она даже не заплакала, да, Элиза? Да. Ты тоже, эх, Настя.
Ладно, пусть пока. Да, у нас, видите, какая прическа. Ну ладно, все. Сами делаем? Да нет, мы крутим и выдираем. К маме посмотри. Маме, вот сюда смотришь, вот сюда. И смотрите, если подходит, все. Так, папа садится. Айда. Берем на коленки. Айда, сами. На коленки. Так, смотрите, ножками держите ее ножки. Ага. Ножки. Да, вот так. Одной рукой руки, другой рукой лоб, ладно? Вот это рукой лоб, да. Давай. Чтобы голова у тебя не тряслась и точка ровная была. А то если вот так головой трясти будешь, то этот дырочка-то неровная. Да, то неправильно сережка оденется и все. Некрасиво будет. Ну что, все? И все. Делась классно. Вау, у тебя уже сережка там стоит. Красота какая. Зеркало можете принести, если есть. Настя, принеси зеркало. Давай, молодец, она вон. Видишь, Анжелик? Да, ну, ничего страшного. Так и все. Пойдем смотреть, смотри. Стойте сейчас. Ой, видишь, у тебя уже сережки. Какая молодец. Ой, молодец. Че, Кать, ты? Девочки, выбрали? Давай. Нет, давайте, выбирайте. Выбирай, конечно, что ждать-то. Ладно, как хотите. Ну-ка, Элиза. Красивый, да? Ух, какая. Мама, у меня тут тесто. Где, шейка? Нет. Ну, чеши, чеши. Уже сережки! Офигеть! Иди пусть посмотрит в зеркало на себя. Все, ты у нас принц. Блестишь так! Видала? Красотка! Тебя нет. Элиза, Настя, не заплакала. Ты че? Элиза не заплакала, посмотри. Здесь даже щелчок такой тихонько. А когда мы смотрели на видео, там так бомбануло. Что, Настя, а как подержать? Я веревку могу завязать. Да нет, что, Элиза, Элиза просто, она может, ну хотя может лучше голову будешь держать вот так, чтобы она не трясла. Она даже вот так не сделала. Видела, Элиза, иди посмотри, она уже с сережками. Да, ну все, красота. Вы-то уже профессионал. А ты какого цвета выбрала? Я по голубому. А, голубенький, да. По цвет глазу. Будет вообще четко. У тебя ножик-то убийца. А где ножик? Как доставать? Ты же не бойся, ты же не знаешь. Так что не волнуйся, все хорошо. Не бойся. Не бойся. Я ничего не делаю. Успокойся. Все, моя помощь. Да. А второй уже как хочешь. Со мной же не будешь ходить. Вон какая красавица. Ты ж посмотри. Да. Вот и все. Сейчас протрут. Ну немножко, да. Да неожиданно больше, Анжелик. Сейчас как бы раз и щелкает. Анжелика! Анжелик, а ты хочешь себе пирсинг? Пирсинг. Че, к папе сядешь? Валер. Сама будешь? Папа, все. Ну, Валер, да что ты? Я Анжелик помогаю. Мне вообще не было сплава. Конечно. Ночью. Это мне больно. Да голову как бы придерживай и все, чтобы она не это, не мотанула. Ты можешь папе сесть на коленки, если хочешь? Хочешь? Да. Когда папа рядом лучше, или папа, или мама, да. Папа еще лучше. Папа, не держите ее сейчас. Нравится? Ты это согласила, ну, чуть-чуть, немножко. Не переживай, ладно? Слово болезнь. Ой, ты тоже, говорит, красивая, Катя. Еще краше стала. Вот они, красотки. Их пока не целуем, да? Они еще пока не красивые, да? Сейчас проколят и их будем. Ровно только вставайте, смотрите, наверное.
У нее вот здесь немножко поменьше, ушко, чем вот это. А, да? Ну все, да. Мочка. Да, может быть. Нормально. Ты не бойся, если. Нет, а что там? Да, будет немножко неприятно. Да сжечь просто так будет. Представь, такие вот язык толкать. А? Да, кто-то иголкой сам. Я иголкой так шик, вот так язык опухает. Вот это больно. Да. Смирительную рубашку. Зато сейчас сразу с сережками будешь. Смирительная. Да? Классно же то, что сразу раз. А кто иголкой протыкает? Да, я сначала... еще иголкой протыкаю, представляешь? Сначала иголку задевает. Все? Вот и все. Все? У тебя лицо просто так сделало. Все? Не больно. Ну? Вот и все. Больше это, да, больше страху. Что еще где просто? Давай 5 сделаем на одну. Нет, у меня у дочки 3 на одну. Ну, сразу все ухо. Тебе сколько лет? 9. Мои тоже 9. Подожди. Все, Сережка. Ты голубенькие выбрала? Садись, Настя. Иди. Девочки, сами вот так берете ватный диск, наливаете и обрабатываете. Ладно? Не забываем. Ну, мы напоминать будем. Да, смотрите. Все? Все, на коленки не надо сажать? Смотри, никто не заплакал. У нас самая трусиха. Анжелика. Красиво, нравится? Сразу давай тебе. Не хочешь, нос сейчас проколем. Губу, бровь. Че, Настя? Вообще красотка. Сначала было больно. Болела? Да нет, это неожиданно сначала... было. Толчок просто. Сначала болела, а потом уже не болела. Ничего не болит, смотрите. Анжелик. Ну-ка, Настя, иди. Ага, идеально. У нас Анжелика самая трусиха в год кролика. Мы еще думали, кого первым посадить, Анжелику или Элизу. Расслабься. Все? Колики начинают? Чуть-чуть. Все? Больно? Да. У всех порог. Порог разный. Да, то есть некоторым можно и ущипнуть, уже будет очень больно. А кому-то не будет больно. Все? Зато с сережками. Еще. Больно? Вот зеленый, вот. У тебя ну, зеленый, у тебя но... синий, а у тебя бирюзовый, а у Элизы розовый. Все, зато все, спасибо. Только ухо, так хорошо, ухо греет. Да, сейчас все сделаю. Нет. А я поставила варить картошку, здесь еще я испекла хлебушек. Надо было, наверное, ржаной муки побольше подложить. Ну, такой вкусный, 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 привкусный. Вот, сейчас отварю картошку и на сковородке ее разрежу. И типа по-деревенски будет вот так вот. И на сковородке обжарю. Может быть, еще тушенки туда добавлю, чтобы посытнее было. Настя тут ходит. Мама, давай будем разговаривать с этим шариком, гелием. Надо папу звать, зови папу. По много только не бери, или ты не будешь, Валер? Я не хотел бы. Говорит. Только немного, только Анжелика бери. Ты тоже бери немного. Конечно. Чего? Да, Лиза много выбирать. Нет. Ну, это? Залит просто. Зайдем. Давай. Давай. Ты не выпускай. Нет, еще надо. Ну ты выпускаешь половину. Ты держи, подержать чуть-чуть надо. Че, получилось? Прикольно, да? Да. Держи. Погромче. Поставьте лайк, скажи. Поставьте лайк. Давай. Ну, бери вот так. Я просто, чтобы не убиться, зажимай обратно.
Я тоже хочу. Скажи что-нибудь. А уже все. Нет, еще чуть-чуть есть. Она не лето не вдыхала. Давай немного, потом я последний. И задержи. И задержи дыхание. Да ты не дуй! Зачем втягиваешь? Я всегда был фанатом советского конструктивизма и мебели. Дай. Че, Элиза, как ощущения у тебя? Норм. Норм? Угу. Она еще бегает нормально. Настя, протираю ушко. А Настя, ай, больно. Элиза, ха-ха-ха, мне щекотно. Да? Да. Элиза, как будто бы уже это, давным-давно проколоты ушки. Угу, красотка. Уже краснота спала, все. Все, сейчас спать пойдете, да? Да. Валер. Чего, кошка вообще все место заняла, да? Язык показывает, лежит. Валера PlayStation играет. Целый день. Снег чистить надо. Завтра будешь чистить. Там уже пора, да? Ну ладно. Чего, Фрось? Все место заняла там? Валера на краешке сидит, такой смешной. Сейчас время уже 10 часов вечера. Тоже девчонки пошли бы расстилать постель. Настя с Катей. Тоже будем уже спать, ложиться. Покушали. Ой, извините. Покушали и сразу такое состояние. Спать лечь хочется. Все, ушки прокололи. Я, если честно, думала, ну и Лиза заплачет. Думала, все-таки Элиза заплачет. Настя думала, тоже слезинку пустит. Но нет, Элиза всем показала, как надо. Анжелика, я говорю, когда она трусиха у нас, мы-то ее знаем. И вот я еще думала, кого первым, Элизу, так как она маленькая, или Анжелику. Думаю, ну нет, Элиза все-таки маленькая, увидит, мало ли вдруг. Вдруг Настя заплачет там, или Анжелика. Не знаешь ведь, как отреагирует. Ну, слава богу, все хорошо. Вот. Но, как показал Анжелика, все-таки ей было чуть-чуть больно. Остальным всем было хорошо, нормально. Вот. Но я сейчас буду монтировать это видео и уже будем отдыхать. Всем прекрасных выходных, воскресенья. А для Ютуба прекрасного понедельника, потому что там выходит на 2 дня попозже. Поэтому... буду желать вам так, кто смотрит в Ютубе, а кто смотрит в Яндекс.Дзене. В общем, в любом случае, всем в любой день недели хорошего дня, чтобы у вас было все супер, все отлично и великолепно. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.